23 апреля весь мир отметил День книги и авторского права. Детские городские библиотеки отпраздновали этот день по-своему, организовав для своих маленьких читателей флешмоб под названием «Читаю любимую книгу». Десятки ребятишек, первоклашки и ребята постарше, и в руках у каждого любимая книжка. Сегодня у маленьких читателей ответственная миссия – за 5 минут прочесть отрывок из самого любимого произведения одновременно, то есть хором. Стихи, проза – неважно, главное – с чувством и выражением. Многие из этих волшебных историй читали еще их мамы и папы. Книга всегда под рукой, и как настоящий друг она посоветует, поможет и научит. Кто-то любит забавные и поучительные стихи, а у кого-то дух захватывает от приключенческих рассказов. Главное, что эти ребята любят читать книги. 1, 2, 3. Начали. Удивительно, но дети ничуть не мешали друг другу. Каждый был настолько поглощен любимой книгой, что не замечал ничего вокруг. К маленьким читателям присоединились и библиотекари, взяв в руки популярные детские произведения. Сегодня в детских брянских библиотеках более 38 тысяч читателей. И чтобы привлечь как можно больше маленьких любителей книг, библиотеки регулярно проводят всевозможные акции в поддержку чтения. Мы работаем с детьми и в соцсетях. Мы издаем вместе с детьми журналы, где печатаются наши детки. Мы проводим всевозможные акции, не только вот как вы сегодня присутствуете на улицах, но и в соцсетях, и в интернете. Совсем недавно мы запустили флешбук, где дети могли создать страницу в соцсетях, посвященную своей любимой книге. И не только создать страницу, но и потом привлечь к этой странице своих друзей и создать вот такие группы любителей той или иной книжки. Работники библиотеки говорят, что таким необычным образом они напоминают детям о том, что читать нужно, важно и полезно. Ведь хорошая книга, как настоящий друг, учит ценить самое главное в жизни. Кристина Костюченко, Анатолий Чекрыгин, телеканал РЕН-ТВ Брянск.